Сегодня в Ульяновске вынесен приговор по делу коллектора, который, пытаясь выбить долг, едва не сжег заживо ребенка. Эта история в январе потрясла всю страну. Обвиняемый Дмитрий Ермилов получил 8 лет колонии строгого режима. Кроме того, должен будет частично компенсировать моральный вред семье, в которой сильно обгорел 2-летний мальчик. Сейчас ребенок чувствует себя нормально, а тем не менее ему еще предстоят операции. Напомню, именно после этого случая все чаще стали говорить о необходимости жестко контролировать и ограничить возможности коллекторских агентств, что в итоге и было сделано с помощью закона. Thank you.